Что ж, дорогой уважаемый пользователь, наш путь все еще продолжается. Как вы видите, мы едем вдоль нашей реки Сурхоб, которая впадает в Ахш, проезжаем вот такие красивые подвесные мосты. Так, еще немного осталось до того, чтобы доехали мы до нашей точки, запланированной Голубое озеро Тайдаринского района, у въезда в Джамуат, сельское поместье Чильдара. Скоро нам предстоит проехать развилку, и на развилке повернем направо. А пока что вот можете насладиться фото-видеокадрами панорамы природы Таджикистана. Конечно, сложно было решиться выбраться вот так вот выезд на природу в условиях того, что во всем мире бушует пандемия, но перед выездом мы всегда проверяем друг у друга температуру термометром. Те, кто болеет, сразу соскакивают по нашей же рекомендации для их, для общей нашей безопасности. У кого даже малейшая температура, отправляем домой. Да, вот. И, как говорится, продолжаем безопасный путь дальше. Это вот сейчас большой мост подвесной железный, после которого мы остановились и сфоткались. Это только часть нашей группы в первой машине была. Так вот. На развилке свернули в Тавильдару, едем 16 километров пути. И все. А что там у них переполнено, что ли? Нет, там еще 4 свободных места. Они там кучкуются просто. Там они, короче, тихонько там пятачок устроили. У них уже обед там. Ох ты, какая птица летает! Ёкарный баба! Ёкарный баба! И люди хотели сюда на легковушках поехать. Они бы тупо оставили бы машину. На чем поехать? На легковушках. На Зафире мы приехали, и то мы еле-еле вот так потихоньку, мы к часу доехали почти. То, что машину не убить. Вам нужно срочно внедорожник. Меня потом дома не найдут. Азиз, бизнес, давай мужчина. Какой? А тебе еще там это, да? Компанию геолокации? Да, навигатор. Круто. 14 километров. Тур компания. Почти, почти. Блин, теперь мы по краю едем. Нормально, еще не край, вон. Вон Эребус Настя. Вот Али. Потом от их запаха будешь 3 дня отмываться. Во! Как это, Нина, да, пропасть? Десять км. 10 километров. Что, минус 20, да? Ого! Во, красота! Вниз посмотри. Фоткай обрывы.
Поднимается, спускается, поднимается, спускается. О, красотень! Я же говорю, это озеро для разового приезда, честно так. Перед тем, как... Обращайте внимание, есть еще несколько водопадов по пути. Настя, сейчас присядь вот там воду, когда будем проезжать, чтобы шандарахнулась. А здесь фоткай. Я снимаю на видео. Меня блин посадили. Вот сейчас повернись и сфоткай. О, наверху водопад, классно. О, мы донем. На месте, на месте, возле озера. Восемь км. Там и пост ГАИ, и санконтроль. Они контролируют, чтобы на территорию болезнь не заскочила. Вон еще водопадик. Кабуджар? Кабуджар та и оудам он даге уже. Во-во-во, водопад, красота! Щелкайте, щелкайте водопад.
Вот так же будете ехать 2,5 часа. Если на Эскандар, то только на 2 дня ехать. Для меня проблема ехать в Ленинград, это, конечно... В пятницу поехать, в понедельник. Да, даже так. Да. Не так, чтобы сегодня поехал, завтра вернуться. Нет. Вот сегодня поехать, отдохнуть. На следующий полгода я тушу крахмят, а потом на следующий день. Пусть когда за 3 часа доехать. Корова пуфи. Они здесь хозяева жизни. Они чувствуют себя в Индии. Они тебя услышали. Вот я смс шурами партуял. На обратном пути приготовят тебе вино. Дать еще долго. А здесь сколько там? 5500. Как от Сахарата до цирка, Люда? Все! Час пик! От Сахарата до цирка я согласна, но не по такой дороге. Только этот, по скорости 5 км в час. Ну час пик считай. Сейчас пик песков, найдешь быстрее. Типа в пробках не едем. Да, да. У меня в опять. Одна все равно держит. Как вот у меня? Сомневаюсь. Почему? Я специально память телефона очистил для видео. Я тоже чистила, но все под войти, короче. Я даже с Сири не могу сказать. Сюда сфоткай. Стой. Ай, шофёр, ай, хола. Шофёр, где да, тази. Стой. Мы на озере. Ребята отдыхают. Он купается. Нету у нас отлично. Здесь мафии уже режутся. За кого? Вы за кого?
Я? Да, за опять, да. Она мне сама там. Я? А сам? А я там за дорогой река. Природа Таджикистана. Вот смотрите, обратите внимание, тоже в форме бутона, а вон там его зеркальное отражение получается более красивее. Вот она, природа Таджикистана. Далеко не заплывать, потому что вон там уже глубже идет, где рыбы плавают, там уже глубоко. Рыбки плавают. Трохи скучно, ищет интернет. Интернет ищешь? Да. Вот сюда я забралась, на самую вершину горы, около Голубого озера. Вот эта скала, вот эта гора, которая очень похожа на бутон тюльпана. Только так как сейчас уже наступает вторая половина дня, этого бутона вообще не видно. Вот это Голубое озеро, там мы купаемся. Вот там наши ребята и девчата. А тут вот я. Вот я собрала вот такие цветы. Очень красивые. А вот я сама. Я забралась на эту вершину. Мне очень хотелось увидеть, как тут красиво. Я вот пришла и нафоткалась. Мне сказали, что тут змеи. Но тут змеи, оказывается, вообще нету. На этом мой репортаж окончен. Спасибо за поддержку. Собирает утопик.